Приветствую вас, дорогие друзья! Вы уже хорошо знаете книжку «Откуда берутся деньги» про зайчика, который открыл свой бизнес и стал очень богатым. Но не менее интересная книжка по финансовой грамотности называется «История монетки». Какая же сказка описывается здесь? А здесь мальчик Фу вышел по дорожке и нашел маленькую монетку. «Я так хочу вырасти», — сказала ему монетка. Но для того, чтобы узнать и сделать это, ему, вот этому мальчику Вове, придется сделать большой путь. Узнать, как появились деньги, какие деньги были в древности, как появились металлические деньги, бумажные, и чем люди сначала заменяли деньги. Почему эти деньги так важны? И из этой книжки ваш ребенок узнает цену деньгам, узнает, как люди обращаются с ними, как сделать так, чтобы денег стало много, поменьше их тратить, побольше экономить и вообще научиться финансовой грамотности.